Всем привет, дорогие друзья, с вами Сергей Пынзарь, вы находитесь на моем канале. Итак, у нас сегодня будет очень крутой обзор этой сумки. Эта сумка называется «Для выживания». Ну что ж, начнем разбирать эту сумку. Мне кажется, это очень крутой подарок. Мне подарил, кстати, эту сумку мой друг, который знает меня и который знал, что я никогда сам себе не куплю такое. Но это мне очень нужно. Да, кстати, не обращайте внимания, это мотоцикл, который подарил мне мой брат. Этот мотоцикл сделан из торта. Он стоит уже 7 дней. Представляете, 7 дней он не развалится, но его никто не ест. Мы сладкое с братом не очень любим. Хотя по нами не скажешь. Хари нормальные. Итак, в общем, этот набор для вышивания. Почему он так называется, ребят, сейчас я вам объясню. Буду доставать и показывать. Смотрите, на самом деле сумка очень маленькая. Очень комфортно и удобно. Я сейчас всегда ее вожу с собой в машине. Сразу скажу, это не реклама. То есть я не рекламирую какой-то бренд. Я просто делюсь этой находкой, потому что мне мой друг подарил, как я уже сказал. И эта сумка просто офигительная. Особенно для тех, кто любит ходить там в походы, любит жить в палатках, там, ну не жить, а я имею в виду отдыхать в палатках, дикарем, либо, ну, это как, так сказать, такое, знаете, запасная сумка, которая всегда должна быть в багажнике, потому что вдруг там вы остановились на дороге, у вас пробило колесо или еще что-то. Короче, я вам объясню, почему эта сумка вам очень нужна. Она очень компактная, как я уже сказал. Давайте мы сейчас ее раскроем и покажем, что здесь есть. Самое главное, что здесь есть, это вот такая мощная, офигительная лопата. Так, это пока в сторону. Почему она офигительная, объясню. Во-первых, у нее есть чехол вот этот, вот вы видите. Очень классный чехол, качество офигительное. Второе, эта лопата вот таким образом подкручивается. И делаем лопату. Вот. Открываем ее. И смотрим. Видите, да, у нее здесь есть рубцы. То есть это можно пилить дерево, например, если ты где-нибудь в тайге. И с этой стороны, со всех сторон, вот здесь получается 4 грани у нее. И она с одной стороны только как пила идет, да, 10 сантиметров. И другие грани у нее очень острые и заточены. Я уже проверял, колол дрова. Офигительная лопата, очень мощная, очень классно. В общем, здесь еще есть, видите, такой залом, да. Это можно проволоку, короче, колоть. Очень тоже классная штука. То есть, если тебе нужно что-то переломать, ты положил сюда и переломал. Ну, конечно же, если это не широкое. Кстати, эта лопата еще не всей длины. Здесь есть специально присоединяющаяся еще ручка. И, соответственно, есть вот сюда, вы видите, да, здесь она рифленая такая идет. Вот сюда можно еще добавлять мягкие накладки. Сейчас я вам все это покажу. Достаем. Тоже это, второй чехол. Здесь все компактно уложено по чехлам. Когда это все разложишь, здесь все будет, места не будет на столе, потому что всего очень много. Второе, достаем. Это тоже пила. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите. Это пила с одной стороны, а с другой стороны очень острый нож. То есть я его уже тоже пробовал, он очень острый. То есть его точить отдельно не надо, он заточен настолько, что просто пипец. И, конечно же, если ты, например, в поход куда-то пошел, и тебе нужно открыть там банку Пепси или еще что-то, ты вот, у тебя есть открывашка, ты раз специально открываешь. Соответственно, здесь есть вот такие, тоже потайные типа карманы, да, то есть ты открыл, и это все герметичное, водонепроницаемо. Это для того, чтобы ты мог разжечь костер. То есть у меня была ситуация в Турции, когда я поехал на рыбалку, взял с собой шашлыки, взял с собой там воды и так далее, приехал и обнаружил то, что я не купил зажигалку, я не купил спички. И все, и моя рыбалка на этом закончилась. Поэтому таким образом, видите, давай вот так вот, искры, видите? То есть в любом случае ты не останешься без огня. Офигительная вещь. Ну и, конечно же, еще веревка вот здесь есть на всякий случай. Для чего-нибудь она и пригодится. Сейчас покажу, как действует лопата. То есть ты можешь соединить вот таким образом. Вот так вот. Удлинить свою лопату. Ты ее можешь удлинять до, здесь вот сколько есть вот этих вот соединяющих элементов, столько и можно соединить. То есть там 4 получается. Она очень длинная такая получится. И можно, если что, реально рубить дрова, потому что я пробовал. Кстати, вот этот металл, из которого она сама лопата изготовлена, очень прочный и практически пожизненная гарантия на него. Потому что он и здесь, вы видите, да, как круто все сделано. На самом деле лопата просто бешеная. Так, идем дальше. Что еще есть? Достаем. Так,
А, это у нас, ребят, кто отгадает, что это такое? Кто отгадает, что это такое? Я думаю, что никто не отгадает. Напиши мне в комментах, если знаешь, что это такое. А я в конце видео обязательно скажу, что это такое. То есть оно таким же образом накручивается. И орудие труда, так сказать, готово. Вот про те накладки, которые я говорил, они мягенькие, вот как вы видите, да? Мягкие накладки вот на ручку. То есть они здесь все в комплекте есть. Можно по всей ширине лопаты одеть эти все комплекты. Ну, либо на каждый предмет вот этого орудия, так сказать, или труда. Орудие труда. Так, чехольчик складываем. Ну, на самом деле штука настолько крутая, иногда даже удивляюсь, как в эту маленькую сумочку все это влазит. Так, в этой сумке еще есть, конечно же, ремень. Но я его не одеваю, потому что я через плечо не ношу. Она у меня лежит пока только в машине. Как только с братом поедем на рыбалку в Карелию, обязательно мне этот набор полностью пригодится, 100%. Конечно же, еще вот здесь есть веревка. Она обязательно пригодится. Ну, для каких-нибудь нужд. Кто-нибудь там белье сушить надо или еще что-нибудь. Так, давайте дальше, ребят. В этой сумке на самом деле еще не все. Как вы видите, вот все приборы здесь лежат. Ну, давайте еще открываем дальше. Сейчас покажу. Есть еще вот такая вот сумочка здесь внутри. Достаем. Это фонарь. Причем этот фонарь, ребят, он водонепроницаемый. Водонепроницаемый фонарь. Офигительная вещь. У него есть разные, так сказать, режимы. Есть сос-режим, есть просто моргающий, есть просто светит. Есть светит ярче, светит тише. Что в этом фонаре самое прикольное? Вот, сейчас покажу. Есть вот такие вот насадки на фонарь. То есть ты одеваешь, и когда ты в палатке, например, да? Ну, либо ты ночуешь в лесу. Ты вот таким образом надел, повесил на дерево. И у тебя будет как, ну сейчас вот не видно, к сожалению. Сейчас я попробую включить. Вот, и он рассеивающий свет дает такой, да? То есть вам будет в лесу реально светло. Он очень яркий. И самый прикол, вот, видите, поярче сделал. Можно моргающий сделать, вот он моргает. Вот, можно чаще, можно реже. То есть очень крутая штука, ребят. Помимо этого, здесь есть батарейки. Можно батарейки высунуть и зарядить их. И самое главное, ребят, сейчас я вам покажу, что можно еще с этим фонарем делать. Во-первых, здесь сюда вкидываешь еще две батарейки. У тебя получается вместо одной батарейки можно использовать 4 батарейки в фонаре. То есть фонарь получается вот таким образом очень большой, видите, да? Здесь идет 3 батарейки, простите, 3 батарейки. И на 3 батареи он будет светить вам 4,5 часа. Это без проблем вообще. Причем он еще водонепроницаемый, если ты подводный охотник, твой фонарь у тебя сел, ты берешь этот и поплыл. Но самое главное в этом фонаре, что есть, ребята, я вам сейчас скажу, вы офигеете, сейчас покажу. Ну, есть еще вторая насадка красная, вот такая, да, пугающая зверей, так сказать. И самое главное, что у этого фонаря есть, это зарядное устройство. То есть ты можешь от этого фонаря подзаряжать свой мобильник, подзаряжать там, я не знаю, или ну что-то тебе нужно подзарядить, ты подсоединяешь и все, и начинаешь заряжать. Очень крутая вещь, вообще просто незаменимая. Вот этот фонарь это просто находка, лопата это просто сумасшедшее. Что еще здесь есть в этой сумке, в этом комплекте есть вот такой жгут. Ну, вдруг вы там поранились или, не знаю, там, ногу поранил, и она загноилась, или еще что-нибудь, берешь этим жгутом, перетягиваешь, и все, и ждешь помощи. Тоже очень такая классная штука, в походах очень важна. И, конечно же, отвертка, ребят. Вот таким образом она вставляется здесь, вы видите, да? Отверткой я еще не пользовался, но сам наконечник попробовал, он такой достаточно качественно сделана, очень такая отвертка, офигительная на самом деле. Поэтому, что хотел сказать про этот набор? Я никогда в жизни таких наборов не видел, ребят. И вот мне друг подарил, я решил снять для вас обзор. Может, и вам будет это интересно, потому что на самом деле. Ну, кстати, все закончилось. А, нет, еще не закончилось, я еще одну вещь покажу. На самом деле, этот набор очень нужен каждому мужику. Да и вообще, может быть, даже не мужику, а и женщинам нужен, если она ходит в поход, обязательно это нужно. Одна вещь, которую я не показал. Ребят, как вы думаете, что в этой маленькой сумочке? Это последняя, так сказать, единица осталась, которая лежала в сумке. В этой маленькой, тоже маленькая сумка. Но давайте достанем, не буду вас томить. Тоже очень нужная вещь, ребят. Просто незаменимая, когда ты в лесу, где-нибудь на рыбалке или на охоте, или вообще где-нибудь решил остаться в лесу один, сам с собой наедине.
Это вот такая вот пила. То есть вот она, есть кольца под пальцы, ты одеваешь кольцо на палец, и все. Ну, она немножко маловато, можно было чуть-чуть побольше сделать, ну и все, и ты берешь и пилишь. Я, к сожалению, вам показывать всего этого не буду, как это все делается. Я думаю, каждый понимает, как пилить этой пилой, как включать фонарь, как подзаряжать от фонаря, как пользоваться отверткой. Вот. Ну и как напоследок я говорил, ребят, как вы думаете? Я уже, надеюсь, вы в комментариях написали, как вы думаете, что это такое. Это тоже делается вот таким образом. Так, это не отсюда. Ну, то есть от лопаты откручиваем, сюда вкручиваем. Сейчас покажу обязательно. Вот таким образом мы можем делать. Откручиваем здесь. Если нам нужно помощнее что-то, да? Вкручиваем сюда. Лопату оставляем. С лопаты тоже можно снять. Это все разборные вещи. В этом плане очень удобно. И вот вы видите, у нас 4 насадки можно сделать с этого, да, из 4 труб. Вот, и будет вот такая длина, где-то вот, там сантиметров, наверное, 35. Соответственно, ребят, это ледокол. То есть это для рыбаков, когда рыбак пришел на зимнюю рыбалку, либо наоборот, вы находитесь, как я уже говорил, в лесу живете там, да, или вы на машине там застряли где-то в лесу. Подходите к водичке, дыроколом пробили, все, лед раздробили, водички попили, либо уже можно рыбачить. Короче, офигительный набор, просто сумасшедший, мне очень нравится, всем советую. Опять же, повторюсь, это не реклама, ребят. Но, ребят, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. А с вами был Сергей Пынзарь, всем пока!